Прокуратура Волгодонска пресекла бездействие судебных приставов по исполнению судебных решений о принудительной госпитализации лиц, больных туберкулезом, в стадиях, представляющих опасность для жизни и здоровья как самих больных, так и окружающих. Как сообщает прокуратура Ростовской области, судебные приставы, вынеся постановление об отказе в возбуждении исполнительного производства, своим бездействием воспрепятствовали реализации государством цели национального приоритета проекта здоровья, направленных на лечение граждан от опасного для них самих и окружающих заболевания. В настоящий момент протесты прокурора удовлетворены. По данным исполнительным листам, судебными приставами возбуждены исполнительные производства.